Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, дорогі друзі! З вами програма ТБУ «Топ-блогер України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях дуже цікава людина. Це політичний експерт, це директор Українського інституту аналізу менеджменту в політиці. Руслан Бортник. Спасибо, добрий день. Да. Вітаю вас у нас в студії. Одразу хотілося б до справ. Скажіть, будь ласка, що саме ви принесли сьогодні? Я бачу, це книжка. Могли б ви трошечки нам розповісти, про що це і... Ну, я надеюсь, что я принес знания, не только в книге, но и в голове, еще чуть-чуть что-то осталось. Но смотрите, мы действительно издали такую книгу, издали по большому счету ее случайно. Называется «Цена реформ. Цели, ходы, результаты системных изменений в Украине 2014-2019 год». Вот это издание. Начиналась эта работа в 2016 году как анализ тех реформ, которые проводила власть. У нас тут проанализировано 7 ключевых реформ власти. Холодно, спокойно, взвешенно, опираясь только на официальную информацию. Проанализированы реформы полиции, образования, антикоррупционное, здравоохранение, дерегуляции, децентрализации и судов. И какая из этих реформ самая вдала, на вашу думку? С точки зрения общества или с точки зрения пиара? А давайте и ту, и ту. Наверное, с точки зрения, с этих точек зрения, наверное, в большей мере все же децентрализация, которая дала точечный эффект. То есть есть у нас потемкинские деревни, условно говоря, часть объединенных территориальных общин, которые сидят на субвенциях серьезных со стороны правительства, и которые смогли за эти деньги, ну, это таких где-то процентов 10 административных территориальных единиц в Украине, вот смогла за эти деньги что-то сделать лучше для громады. Поэтому тут есть какой-то определенный позитивный эффект. Все остальные реформы, по большому счету, они провалены или не завершены просто, они находятся на каком-то этапе. Мы анализировали по каждой из реформ, какие были цели, какие государственные деньги в это было инвестировано. Ну, та же самая антикоррупционная реформа на сегодня нам стоила 8 миллиардов гривен, чтобы вы понимали. Новые органы, вся эта история. И какие результаты были достигнуты. Причем результаты мы, пользуясь терминологией и новением времени, оценили с точки зрения человека. То есть возросло количество преступлений или уменьшилось? Возросла раскрываемость или уменьшилась? Стали суды быть доступней гражданам Украины? И решений отменяется меньше их? Или наоборот, стали недоступнее, решения отменяются больше? Здравоохранение и образование стали более качественными, более доступными для украинцев? Или все наоборот? Вот мы оценивали каждую реформу не с точки зрения патетики реформ или там каких-то красивых фраз, демократизация, европейская стандарты, там, не знаю, китайские технологии, сингапурское управление. Мы оценивали с точки зрения полученного конкретного результата. То есть вот что конкретно конкретный украинский гражданин, налогоплательщик, получил в итоге этих реформ. Действительно, начиналось само издание как презентация, как цикл презентации этих исследований, а уже в этом году мы как-то так собрались, у нас по каждому из этой реформ было большое исследование свое, была презентация визуализированная, кстати, все они, эти презентации есть в доступной форме этой книги. Мы собрались и решили издать это на бумаге небольшим абсолютно тиражом, который уже весь разошелся. Держу. Тобто есть сенс теперь замовлять додатковый? Раздать только для того, чтобы зафиксировать момент. Потому что мы уверены, что в лучшем случае, через 5 лет, возможно, даже быстрее, нам придется писать новую книгу, проанализировать новые реформы. И это точка опоры, это фиксация положения. Это, знаете, как в советское время был 1913 год для оценки. У нас 2013, вот это у нас 2019. Еще одна точка опоры для того, чтобы потом понимать, что же команда Зеленского изменила и в какую сторону страна пошла, начала двигаться. Ну, давайте, ну так, я, в принципі, до кінця і не зрозумів. Тобто, загалом, результат більш такий... В цілому, більшість, якщо не всі реформи, не дали соціально-позитивного результату. А це може бути, що вони на даний момент не дали, але, як нам кажуть, треба трошечки потерпіти, треба трошечки затягнути пояси, але воно принесе... Може бути, але 5 років пройшло. І фактично 5 років з точки зрению життя українців, наших політичних циклів, це ціле покоління. Практически прошло целое поколение политическое. Результатов пока нет, и уже результатов главное, что не будет. Потому что новая власть что-то ж поменяет снова.
Да, не дуже оптимістичний прогноз, але давайте до другого, не дуже, може, а може і позитивного прогнозу. Дивіться, в кінці цього року закінчується контракт з Російською Федерацією, з «Газпромом». От. І ми розуміємо, що, в принципі, нічого не побудовано, не зроблено для того, щоб з'явився новий контракт. От хотів би зрозуміти, на вашу думку, що нас чекає в 2020 році, на початку 2020 року? Я думаю, що все ж буде заключений временний контракт. Какой-то, на какой-то период. Нас не кинуть в холодній хаті, ніхто не буде зустрічати Новий рік. Хата буде холодною, але вона буде не брошеною. Как бы, нас не бросять, ми самі себе бросимо. Тому що ми самі будемо страшно економити на теплі. Буде холодно, того, що дорого. Але дорого, так? Да? Буде дорого і холодно, так, да, це правильно. Я думаю, що нас чекає якийсь временний контракт. Росія грає просту дуже ігру. Вона заінтересована на год ще продлити співпрацю з Україною, тому что достраиваются южные и северные потоки, Северный поток 2. Через год, в принципе, без Украины можно обойтись. Или практически можно обойтись. В любом случае, Россия выгоднее сейчас с нами. Россия чудесно понимает, что это сейчас мы там рассказываем о стокгольмском арбитраже, надуваем щеки, угрожаем отбирать газ там, и все такое. А через год у нас этого инструмента не будет. То есть через год наши переговорные позиции ухудшатся, критически ухудшатся. И нам уже придется ездить в Москву и говорить: ребята, может, давайте договоримся все-таки так. Может, мы вам скидку сделаем на транспортировку 25%, 50%, только чтобы труба не ржавела, не оставалась пустой. А в Москве будут говорить: мы знаете, может, мы с вами и договорились бы, но вы понимаете, какие деньги мы уже вложили в Северный поток 2, в Южный поток 2, мы не можем их не загружать. Поэтому мы можем договориться, но не на столько бы метров миллиардов, как вы получали, а на 30, так, чтобы вас только на штаны хватало поддерживать. И все, и не более того. Вот такая приблизительная игра идет. Но я хочу обратить ваше внимание еще на другое. Северный поток 1 был построен во времена Ющенко, а Северный поток 2 был построен во времена Порошенко. Вы натякаете на то, что в принципе их бы не могло, мало бы и не быть. Оба проекта являются следствием политического кризиса и неумение команд украинских прежде всего выстраивать выгодные для нас отношения с производителем и, производителем и потребителем этих энергетических услуг. А насколько выгодно нам было вот так и... Скажем, ну вот так. Если бы мы в свое время сделали, реализовали даже идею еще Кучмы о создании трехстороннего газового консорциума, северного потока вообще не было бы, южного тоже, скорее всего. Скорее всего, сегодня бы нашей трубой владели бы в каких-то там долях Европейский Союз, Россия и Украина, и мы бы вообще, мы сидели бы только считали бы деньги. Потому что вопросами загрузки трубы также и поиска рынка потребления занимались бы абсолютно другие наши партнеры. Но мы на это не пошли, мы заняли политическую позицию. В какой-то мере то, что сегодня происходит, это достижение целей США, а не Украины. Потому что они создают кризис для Европы и России. Вот части даже получения этих энергоносителей. Они заставили фактически Россию и Европу найти большие деньги, потрясти мощной и построить новый газопровод. Вот и вся история. Мы пока... Но мы не сможем, например, взять сейчас и продать просто вот этот, ну, а такой же консорциум сделать? А какая уже цена? Когда уже построены другие газопроводы? Это когда мы были монополистами? Нивелируя нашу когда цену. Когда мы были монополистами, мы могли требовать за это колоссальные деньги. Сейчас какая цена этого? Какой в этом интерес? Но, к сожалению, мы, знаете, пока другие страны, несмотря на санкции, всю эту риторику и всем остальном, они строили газопроводы, тянули газопроводы к себе. Мы нашу вот эту, знаете, то, что нам осталось от Советского Союза, мы это все просто, не буду говорить плохих слов, но потеряли. Потеряли эту возможность и политическую, и экономическую большую. В дальнейшем нас ждет еще одна дырка в госбюджете в 2-3 миллиарда долларов. Соответственно, сокращение социальных издержек Украины. В дальнейшем нас ждет более дорогая цена на энергоносители, потому что мы больше не сможем привязывать цену российских энергоносителей к цене транзита. То есть мы будем действительно получать, даже если напрямую от России, мы будем получать газ и другие продукты по мировым ценам. То есть даже реверс нам никак не поможет. Не, ну реверс, ну что такое реверс? Это европейская цена плюс доставка. Таким образом мы получаем один из самых дорогих газов в Европе. Бывают моменты, когда мы получаем дороже, получали газ, нежели в Германии получали, или в Франции, или в Британии.
Ну, при том, что мы понимаем доходы, какие там возможности экономики, какие здесь. Еще последнее буквально по теме газа хочу вам сказать. Смотрите, газ даже, ну, я буду цинично очень, наши зрители меня чуть простят, пускай простят. Буду вас простить, Руслан. Да, газ бьет по нашим карманам, но прежде всего по среднему классу. Тем людям, которые платят полную цену. Те люди, которые на субсидиях, по ним это не бьет. Но больнее всего он ударил, он фактически уничтожил нашу промышленность. Химию, машиностроение. Газ, который, цена которого там доходит до 90% в некоторых продукциях химии, вот газ просто удушил нашу промышленность, уничтожил нас как конкурента по многим направлениям на мировых рынках. Складывается впечатление, что кому-то это было надо. Да, сумно якось це звучить. Ну, давайте, може, до іншого питання перейдемо. Дивіться, зараз має, ну, на початку грудня має відбутися зустріч нормандська. І безпосередньо президент пан Зеленський має зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Але перед тим, як зустрітися, треба було багато що зробити. Чи зробив президент, наскільки у нього зараз більш-менш сильна позиція переговорна? Чего след ожидать от этой встречи нам? Ну, домашнюю задачу мы сделали на сегодня. Разведение сил, формула Штайнмайера, даже больше в какой-то мере, потому что освобождены моряки, освобождены корабли. Принято, кстати, два решения правительства по упрощению пересечения линии разграничения. То есть есть домашняя работа, есть определенная демилитаризация конфликта. Но позиции переговорные наши в нормандской четверке очень слабы. Слабы прежде всего в той степени, что Европа и Россия готовы уже работать мимо нас. То есть Россия адаптировалась к тому кризису, который создавали санкции. Но это даже второй аргумент. Первый аргумент в том, что о чем Зеленский может договориться, вот что он может выполнить. То есть возникает вопрос договорибельности украинского президента. А сможет ли он после того, как нам подписали какой-то клочок бумаги, не стоящий воздуха, под названием «Формула Штайнмайера», мы видели, какие протесты и извиняющийся такой тон власти. А сможет ли он что-либо выполнить, о чем он договорится в нормандской четверке? А хватит ли ему силы вступить в конфликт с одной или с другой частью общества? Общество сейчас расколото на три большие группы. За мир и за Минские соглашения, за мир, но без Минских соглашений, и за войну до победного конца. То есть, вот сможет ли он реализовать хоть что-либо? Огромный вопрос. Это понимают не только в Украине, но и в России. И западные партнеры. Поэтому я думаю, что позиции договорные у Зеленского очень слабые. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на то, что действительно стороны вот на этой встрече 9 декабря разрубят Гордиев узел и завершат конфликт, примут какую-то дорожную карту, Донбасс вернется в состав Украины, на политическую часть не стоит рассчитывать. Тобто нам, европейцы, уже не допоможуть. Ну, в принципе, я так пригадую, ну, цей инцидент, коли були розраховані перемовини між президентом Сполучених Штатів і паном Зеленським, коли він не дуже, скажімо так, добре відкликався. Чи політики на це не звертають? Ну, політики ж, ну, це грає малу роль. Думаю, что, скорее всего, Зеленский будет способен договориться о гуманизации конфликта и дальнейшей демилитаризации. Что имеется в виду, это то, что, возможно, будет произведен развод сил дальнейший, обмен захваченными лицами, запущена выплата пенсий и социальных пособий на тех территориях, упрощена ли снова еще больше пересечение вот этой линии границы де-факто, и снята блокада с Донбасса. В части экономического сотрудничества, в части, возможно, пассажирских перевозок. То есть мы пойдем по пути Приднестровья. Вот этот вариант сегодня для Зеленского, он реализуем. Политические соглашения без конфликта с правыми, без серьезных протестов для него мало реализуем. Хотя социология вот буквально сегодняшняя показывает, что украинцы требуют фактически, это одно из ключевых требований, более 70% украинцев, количество их растет, главное, что требует как раз более эффективных действий власти в теме мира и войны. Ну, також Страна.ua видання написала, что приблизно на 20% зменшился рейтинг безпосередньо президента. Это не Страна.ua написала, это КМИС сделал социологию, очень тяжелую социологию, действительно, когда на 21% уменьшился рейтинг президента, он потерял треть своего рейтинга, начиная с сентября.
То есть, во-первых, динамика дуже рано началось. Мы анализировали рейтинги всех украинских президентов, которые были в нашей истории. В основном падение начинается где-то на 7-8 месяц, а тут на 4. С сентября начинает падать. Раз. Во-вторых, потеря трети рейтинга. За полгода, по большому счету, это очень много. В-третьих, две мины замедленного действия. Первая мина – это то, что рейтинги партии, парламента и особенно правительства. Там вообще правительство уже мусорные рейтинги, они вообще небольшие. И, соответственно, они будут схлопываться, эти рейтинги, стягиваться за счет президента. И вторая проблема – это называем ее отложенный антирейтинг. Сегодня, если посмотреть эти последние социальные опросы, тот же, на который ссылается страна UA, то количество людей, которые считают, что страна повернула не туда, и количество людей, которые считают, что у Украины нет позитивного будущего, стало больше, нежели оптимистов. А еще летом, в июне-июле, соотношение было приблизительно 2,5:1. То есть 50-20. То есть люди верили. Люди верили, что страна наконец-то пошла правильным путем. Люди верили в власть. Сейчас они уже не верят, несмотря на то, что рейтинг президента еще высок, 50-60% по разным вопросам. Но вот это уже недоверие, это просто отложенный антирейтинг. Людям необходимо, чтобы прошло какое-то время, как и мне, когда я голосовавшему за Зеленскому, для того, чтобы сказать, ну, я уже как бы не верю в позитивное будущее, ну и президент тоже нехороший человек. То есть вот между «я не верю в позитивное будущее страны», «я не верю в то, что власть делает правильно», и «президент нехороший человек», лаг где-то временной в 3 месяца. Вот люди переосмысливают, и уже к весне, если президент ничего не сделает кардинального такого, не выскочит из штанов и не удовлетворит хотя бы один из ключевых социальных запросов, к весне рейтинг будет 30-45%, и система будет тяжело управляемая для себя. А может быть такое, что это не совсем связано с действиями президента, а с тем, что, например, сейчас холоднее стало, люди больше, скажем так, меньше позитиву отримують, сонце меньше сяє. Сильная депрессия? Ну так, ну, так. Ну, Зеленского избрали на фоне... Треба просто затянуть до весны, не, ну, и тогда... Зеленского избирали на фоне тогда весенней депрессии. Мы же помним, когда выборы проходили. Но нет, это не связано. Да, осенью традиционно холодильник начинает больше побеждать телевизор. То есть это традиционно такой момент. Но я думаю, что до настоящей депрессии, она наступает, политическая депрессия наступает в февраль-апрель в этом диапазоне. Самый тяжелый период в году всегда. Еще до настоящей депрессии еще достаточно далеко. Просто прошло какое-то время. Люди видят, что президент обещал мир. Президент обещал завершение эпохи бедности. Президент обещал борьбу с коррупцией. Ни один из коррупционеров не сидит. Тарифы не снижены. По миру какие-то вялые движения с точки зрения общества. И наступает постепенно, наступает разочарование. Президент очень сильно дал штангу с землей. Вот если посмотреть, какие вопросы его больше всего опустили, это земля, борьба с коррупцией, ну и тарифы. Вот эти три вопроса больше всего ударили по его рейтингу. Ну а як ви вважаєте, взагалі оце питання стосовно землі, воно буде, скажімо так, до кінця вирішено? Я маю на увазі друге читання і підпис президента. Ну, очень сьогодні такий сложний вибір. Необхідно робити щось з землею, це обіщено западним партнером. Причому обіщено було ще між першим і вторим туром. Ще Зеленський не був президентом. І необхідно щось рішати з приватбанком. Оба сценарія дуже тяжкі. Оба сценарії требують западні партнери. Тому думаю, що какую-то из моделей земельную президент попытается протащить, но все же ожидаю к второму чтению серьезного смягчения того законопроекта, который был предложен к первому. То есть президент находится на растяжке, грубо говоря, потому что он должен задовольнить колишнего власника приватбанка. Помните басню о стрекозе и муравье? Так, да. «Лето красное пропели». Вот когда был красивый большой рейтинг, когда можно было свернуть голову любому олигарху, принять любое решение, и общество тебя поддержало, любого коррупционера, любого посадить. То есть договориться о чем угодно в Минске и быстро это реализовать, пока оппоненты еще находятся в шоке от результата выборов. То есть вы уважаете, что как только они пришли, треба было не только законы швиденько решить, а и землю? Это время, чтобы снова пропуская нехорошее слово, пропущено. То есть это время пропущено, оно потеряно в значительной мере, рейтинги падают, соответственно, какое-либо решение ты бы сейчас уже не принимал, ты уже наталкиваешься на такую призму социального критицизма, социального невосприятия. Президент потерял очень много времени. Особенно в тех решениях, где ему вообще не нужен был парламент. Да, парламент работает с 1 сентября, но тарифы президент мог бы снизить своим одним указом. О Минске он мог бы договориться еще летом, даже без этого парламента. Все равно это президент договаривается. Но это время потеряно. А скажите, пожалуйста, ну, я
як ви вважаєте, президент і оточення, вони розуміють, що час пройшов? Да, они понимают, я общаюсь с многими из этих людей. Наскільки вони адекватні? Тому що я скажу так, коли відбувалася предвиборча кампанія, було зрозуміло, що там працюють люди, які відчувають натовп. Тобто вони знають, за які треба ниточки дергати. А зараз таке відчуття, що просто не чують людей. Вони вміють піарити. Но они не умеют объяснять государственные действия. Они не умеют поддерживать авторитет. Вот вам скажем так. Пиарщики блестящие. Вот люди пришли, купили билет, посидели, отхлопались, вышли, и потом наступает прозрение. Понимаете? То есть те механизмы, которые работают в шоу-бизнесе, в политике не работают. Это миллион этому истории сегодня. Они могут позволить захватить аудиторию, но они не позволят ее удержать. Особенно гражданскую аудиторию, электоральную аудиторию. Вот то, что мы наблюдаем. Они понимают этот кризис сегодня. Элементы бравады еще, конечно, остаются, но я с многими из них общаюсь. Они чаще и чаще слышу уже вопросы, а что сделать? А как? А как в этой ситуации сделать? А как в этой ситуации? То есть есть определенная коммуникация. Ну, буду надеяться, что все же президент решится рубить какие-то гордиевы узлы. Ну, наостанок хотів би просте запитання. Скажіть, ви могли б мені зараз сказати щось позитивне наприкінці нашої розмови? Очки у вас хороші. І ви щось хочете конкретно? Ну, стосовно майбутнього держави. Давайте я скажу, чим цей президент краще, ніж предыдущий. Давайте. Тому що тут різниця все ж ощутима. Во-первых, цей президент не намагається возглавити корупційні потоки. В отличие от своих предшественников. Никто не скажет, что Зеленский там пытается сесть на какую-то там трубу, что-то еще раз. Во-вторых, этот президент привел политику в парламент новых людей. Произошло какое-то обновление, частичное обновление политической системы. В-третьих, этот президент пока сохраняет высокий кредит доверия, и все еще находится в его руках. Если он что, вот говорю, он выскочит со штанов и что-то сделает, пойдет, начнет рубить эти гордиевые узлы, рейтинг у него будет высокий и весной тоже. Дуже дякую вам. Дякую вам. Це була наша думка. А тепер давайте в рамках нашого громадського опитування поцікавимося думками наших відомих блогерів. Це ТБУ. То блогери України. Привіт, дорогі друзі. Ви що, вважали, що Україна покупає російський газ? Глупые ничтожества. Я на вашей стороне, я тоже так считал, я тоже ошибался. Я тоже глупое ничтожество. Ну, давайте говорить відверто, раз мы уже тут так прямо кидаемось словами про то, что мы уже газ российский, виявляється, купуємо. Видите? А вы думали, что российский газ покупаем? Нет. А что мы готовы заплатить за так званый дешевый российский газ? Крим же заплатили за це. Харківські угоди, тільки що Дмитро нагадав. Харківські соглашення, коли денонсація произошла, тоді з Кримом і произошло, собственно. Просто я не можу зрозуміти, як вони іноді представляють. Там, от там російська база стояла, все. Прогнати її хотіли, або що? А як би ви її прогнали? Мені просто цікаво, от в будь-якому випадку, як би її можна було оттуда підтереть? Що, просто так нам газ цей давали? Де ми ще готові розмістити російські бази? В Маріуполі, в Харкові, в Одесі. Ми хочемо продати українську землю і розмістити там бази за російський дешевий так званий газ? Не можу я зрозуміти. Ну, покупайте не так дешево, звісно ж. Не треба цих скидок всіх за воєнні бази. Да? Ну, просто мені здається, що все-таки, якщо у Росії покупати, то це дешевше. Чем когда Россия продает словакам, а те нам с накруткой. Сколько нам еще тысяч життів треба покласти за цей дешевий газ, який ми поклали Донбас? Десятки тисяч мирних мешканців і наших воїнів поклали свої життя за російський газ. В огороді Бузина, в Києві дядька. Я что-то недопонял вот эти вот связи. Ну, самое интересное, что когда ты думаешь, что может ты какой-то дурак, то потом люди, которые сбоку, они тоже вроде говорят, я тоже недопонял. Тому що російський газ безкоштовним і дешевим не буває. Він занадто дорогий, як і сир в мишеловці. Ну, безплатним, звісно, він не буває. Ну, і дешевим він, мабуть, зовсім теж не буває. Ну, він однозначно дешевле.
чем покупать у словаков с накруткой. Те ж саме маніпуляції про так зване, що ми все одно купуємо російський газ через Європу. Давайте говорити теж відверто. Ми не купуємо російський газ. Ми купуємо газ у європейських операторів. А це зовсім інше діло. Це, звісно, вже не російський газ. Я слышал, что словаки даже там подпухивают немного, чтобы 1% их пуков был вот замешан, там 99% российского газа, и тогда он уже превращается не в российский, а в смешанный. И у нас есть контракты с европейскими операторами. А за похоженнями? И до речи, еще раз, ни в Стокгольме, ни в інших международных судах Россия не может довести сегодня, что это є российский газ. И как будто бы говорят с сумасшедшими, правда? Ну, с сумасшедшими, которым рассказывают, это не белое, а это черное, да, показывая на стену, только как раз выбеленную. Ну, как это? Это российский газ. Тому давайте вот не идти на цих вот дешевых российских манипуляциях, та все одно вы купуете российский газ, купуйте у нас подешевше, але зробіть нам, будь ласка, кордончик проходу товарів, грузів і так далі, вот так через Маріуполь прямо в Крим. Я не думаю, что заставляют подписывать договор с закрытыми глазами, к примеру. Ну, там, дайте нам кордончик, дайте нам то, дайте нам это, ну... Вы же можете с открытыми глазами подписывать договор. И не надо дешевый газ. Я не думаю, что Украине нужен дешевый газ с этими всеми подозрительными скидками, да, там, торговля национальными интересами. Я думаю, просто, когда покупаешь российский газ у России, прекращая строить из себя целку, да, это в любом случае дешевле, чем покупать российский газ у словаков. Оставьте себе словаков. На всякий случай, если Россия вам будет перекрывать трубу. Но покупайте там. Закупівля прямо у російського газу означає неминуче зняття подальших санкцій з Росії на рівні Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. А вот это уже интересно. Евросоюз и Штаты снимут санкции, если Украина начнет напрямую покупать российский газ. А вот когда вот так вот лицемерно и иезуитски покупаем газ российский, но у словаков, тогда Евросоюз и Штаты типа этого не замечают. Равно как не замечают требований Украины прекратить строительство Северного потока 2, потому что якобы это строительство, оно помешает безопасности Евросоюза, поставит ее под угрозу. Типа нас волнует безопасность Евросоюза. Нас волнует одно – деньги, которые зарабатываются на агрессивном этом самом газе страны-агрессора. И это Евросоюз и Штаты не, абсолютно не смущает. Николи коалиция международная с Украиной не будет тримати ряды, коли ми відкриваємо пряму торгівлю, я про ротвели не говорю, це погоджена позиція, з окупантом з Російської Федерації. Інтересний нюанс. Твели, это утверждено, там, договорились, договоренная позиция, да, утвержденная позиция. Твели, это как бы топливо для атомных электростанций. И оно закупается у России. Ну, это утвержденно, уже там договорились, поэтому твели можно, а газ нельзя. Я не розумію, що значить погоджена позиція? Що? Що по твелам погоджена позиція. А тому що альтернативи немає. А по газу альтернатива є. Какая альтернатива? Из Словакии газ. Ну просто, это же лицемерие на государственном уровне. Мы покупаем российский газ, но вот недавно Яценюк праздновал там сколько-то там тысяч дней, мы не покупаем уже газ из России. Покупаем газ из России, но дороже, через словаков. Так, а за походженням в Словакії газ, який ми купуємо? Ще раз кажу, ми купуємо газ у Словаччини. Так, він у словацького оператора, і ми не знаємо, яке там походження. Ми не знаємо, откуда у нього происхождение этого газа. Ми же не Кашпировський, говорить, зал уже ржет. І нам все одно, яке це походження. Я вам скажу, яке походження. Ще раз кажу. Дозвольте. Це ж ми не Кашпіровські, ні Ванги. Давайте не ділити чий газ. Так давайте у Словакії покупати не тільки твели, а взагалі все подряд. Це ТБУ. То блогери України.
Пане Руслане, дуже дякую вам за вашу експертну думку і оцінку цієї ситуації. І я сподіваюся, що ми з вами ще не раз зустрінемося. Дасть Бог. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.